Приветствую вас на моем канале разборов анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман. Сейчас я вам расскажу, что Ксения Мишина ответила после финала. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше, Саша или Леша. Так вот ответ Ксении. Не скрою, что мне было больно читать такое количество токсичных и оскорбительных комментариев в адрес меня и моего решения, лишь потому что я пошла за велением сердца. Пойдя на проект, я рискнула всем, обнажив свою душу и пообещав себе и вам честную историю. И сделала все, что зависело от меня, в том числе была честна в финале перед многочисленной аудиторией. Я понимаю вас, посмотрев смонтированный по определенным законам жанра видеоматериал, очень сложно судить о том, кто какой человек, и уж тем более заглядывать в будущее, решая, правильно ли я поступила. Это был нелегкий путь ни для кого из нас, ни для меня, ни для мужчин. Когда дело вступают эмоции и чувства, на кону вся жизнь, сложно полагаться только на логику, согласитесь? Если уж быть совсем откровенной, я вошла в ту дверь, которая открылась мне с самой первой встречи. Многие из вас справедливо заметили, что искра между мной и моим избранником возникла еще в самом начале шоу. Да и моей целью, когда я шла на проект, было узнать себя, узнать других мужчин, увидеть их и осознать в душе свои истинные желания и ожидания. Я сознательно шла на сближение с теми, кто откликнулся, чтобы узнать себя и их как можно лучше. И хочется вам этого или нет, но это и есть суть этого реалити. Конечно, как и большинство женщин, я искренне хочу, чтобы меня любили, заботили, защищали и берегали. И шла в том числе за этим, но в первую очередь за любовью. Проект показал мне одну важную вещь. Я самодостаточная личность, и мужчина для меня прежде всего такая же личность, а не закрытие дефицита в моей жизни. У меня лишь одна жизнь, и я живу ее честно, с гордо поднятой головы. Мне не раз приходилось принимать сложные решения, но я никогда ни о чем не жалела, и всегда убеждалась в том, что так прекрасен замысел Творца. Обозначила Ксения Мишина в своем инстаграм. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего, Саша или Леша. Жду от вас пальчики вверх, и до новых встреч!